Вот Хамад Гадер после дождя. Вот я немного заснял Хамад Гадер во время дождя, в самом начале, а сейчас после дождя. Вот такая характерная дымка. Самая красивая здесь. Вот когда закончится дождь, Интересно, посмотрите, как это выглядит все сверху, эти горы. Так, сейчас 12 градусов у нас. 3.17 и 12 градусов. Так, правда, уже нет людей в масках. Людей в масках нету. Так. Ну, в общем-то, все, по-моему, я показал. Все нормально тут. И вот выглядывает солнце. Дождь еще чуть-чуть идет, но, в общем-то, уже закончится практически. Так что моя мечта посидеть тут во время дождя осуществилась. Так. Так, ну все. Сейчас доведу до 2 минут, чтобы было все тут видно. Следует. Того же, я думаю, что хватит. Так, все еще из такого. О, идут пары. Пары. Дымка над водой. Так, все, пожалуй.